Чехословакия, да, ребята? Эгерман, богатейшая вещь, 29. Огромная, кстати. Поставим-ка ее сюда. Вот еще то же самое. Герман. Хорошая. Алька Кунст. Натюрморт. Эти шикарная вещь, это Герольдс Порцелан. Ну как бы вы ее, ну это ваза, конечно, это ваза. Фарфор великолепный, белый. Это очень квалитативная вещь, смотрите, марочка. Герольдс Порцелан, да? Никогда такой не видел, никогда. Вообще просто. Смотрите, вот так вот она смотрится. Что бы вы могли сказать? Какое назначение? Какая цель? Какой посыл, как говорят в народе? Самое важное — посыл, узнать посыл. Если посыл известен, уже как-то проще. Уже проще. Значит, здесь посыл с цветами, а здесь посыл без ничего. Вот такой. Ну, это не страшно. Это не страшно. Значит, вот лицо. А? Как вам? Нравится? Никогда такой вещи не видел. Никогда. Поэтому с удовольствием. Может, я ее куплю даже, знаете? Вот не исключено. Просто не исключено. Так, чашка мне интересует. Вот платина Рудольф Вехтер, старинная платина, ребята, вот. Ну и графин. А графины вообще редкость, я вам скажу. Графин редкость. Шикарный графин, тяжелый до беспредела, но с ними надо быть осторожным, то есть даже теплое нежелательно наливать, ну и какое-то сильно холодное. А, вообще это дефицит, я вам скажу, в полном смысле, без шуток. Графинов нет, практически нет, а графины очень нужны всем, и мужчинам, и женщинам, всем нужны графины. Абсолютно. Вот вам речь, ребята. Шутка. Тоже шутка. Портрет. Так, ну вы меня поняли, да, ребята? 49 евро напольная ваза, Китай. Очень красивая, большая. Камера не передает размер. Thank you.
Какие мебеля привозят, какая тумбочка. Не знаю, цены на нее нет пока. Вороница, да? Все, мебеля, в общем-то, есть, господа. Обставиться можно и недорого. Это вот дерево на так сказать, на вкус такой, на особый какой-то, да, просто дерево. Причем это не старинное. Это лампа 20 евро, просто какая-то монстрообразная, посмотрите. Массив твердого дерева. Огромная. Вот 59, да, обычная вещь. А за 59 мы с вами видели нечто невероятное. Вот 69, какой-то прям трон Ивана Васильевича. Смотрите, это работа какая, боже мой. И всего 69. И человек купил, сел и почувствовал себя просто императором. Довольно крупный такой, довольно большой. Секретерчик 49. Эх, закрыт. А нет, полный открыт. Видите, тут вот такие вот, смотрите, это все. За 49 евро, да, тут такая конструкция, это просто, как я не знаю, тут какой-то фильм ужасов, классно, шик. А? Все, смотрите, все тут потайные отделения здесь, лежали любовные письма. О, хер. Вот и мне их цемайный вирусом. Да, ах, хер, короче. Ну, в общем, неприлично все звучит. Ребята, значит, что? За такими секретерами люди предавались каким-то интимным перепискам, оттачивали свой эпистолярный стиль, писали друг другу письма, получали, ждали, волновались, что-то мутили, крутили. Опа, смотрите, раз, как это все, эта конструкция, конечно, видно вам, да, как это все выдвигается и задвигается. И все за какие-то 49 тенге всего лишь. Ну это вообще просто смешно. Это смешно. Человек получает секретер, получает интим, получает ключ. Отдельное там отделение для особо секретных писем. Все абгезихерт, все в тайне. Никто ничего не знает. Все там. Это я не знаю, все какие-то 49. Ящики, смотрите. Сама фурнитура чувствует. Боже мой, копейки, копейки. Ну и витрина 149, великолепная витрина. Красное дерево вообще, все это. Да, просто песня. Ну это такая вещь, знаете, неромантичная здесь, никакого интима. Абсолютно все банально, как-то бесчувственно, без огонька, без интриги. Вот так вот. Кресло 49. Вот столик приехал. Только что приехал столик. Это очень хорошая работа. Орех. Вообще просто. Просто песня. Изящество, смотрите, как ножки, все. Какая Икея, какие вообще разговоры. Вот. Вот вам.
Столик, видите, они. Видно, какое-то одно жилище грабанули. И все. И теперь будут из этого жилища обстановочку пускать по ветру. Вот. Привезли вот такой сайдебордик. Столик. Масса мелочевки фирменной. Так вот берешь просто на вскидку. Раз. Два. Арцберг. Все. Просто. Просто Арцберг, ребята, я вам скажу. Киршенройд. Это такие монстры. Страшно просто подумать. Баройтер. Просто страшно думать о чем-то. Какие-то живописующие чашки. Ой, 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 ой. Какие-то невероятно антикварные какие-то прям. 15 евро что ли вся эта кучка. Но не хватает двух чашек. Явно из той оперы, что мы сейчас с вами смотрели, видите, все просто разбросано где-то, разметано. Вот молочник отсюда. Какой-то фирменный, какой-то просто фирменнейший, какой-то шикарный кофейник. Просто сколько он стоит, я так и не могу понять. 7 евро. Красавец. Германия, что-то я не могу понять. Неважно, но качество очень хорошее. Качество хорошее. Да, круто. Столик привезли, видите, какой солидол. Очень солидол. Вот такие две лампы. Да, вот такие две. Это года 70-е, ребята. Вот. Керамика или глина, не знаю, керамика, кажется. Так, ну, в общем, все, в принципе, все понятно. В принципе, понятно. Вот какой торт инплаты богатейший. И не удивлюсь, если это какая-то марка. Да, это Хученройтер, господа. Солнце светит, смотрите. Шик, это просто вообще, это сумасшествие какое-то. Просто разрыв. Зеркальная поверхность. Мне кажется, здесь ни один торт не ночевал. Нет. Ни один. Все девственно просто. Просто девственно. Вот еще одна чашка.
Вот так все по миру выходит. Да. Подставка под торт, конечно, просто вообще поражает. Так, ну что, немножко посмотрели, осмотрелись, сделали выводы какие-то. Сделали свои выводы. Похоже на Арцбергер или на Розенталь. Розенталь. Это стоило раньше какие-то невероятные деньги. Вот это просто. Сейчас стоит всего какие-то 39. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь. Ну, восемь. А, девять? Ого. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, тарелок мало. Блюдец кое-что есть. Но люди все-таки, знаете, вели себя раньше не сдержанно. Но кофейник классный. Форма, конечно, просто вообще богатейшая. Что там внутри? Ой, вообще фирма, посмотрите, отверстие прямо наверху. Это настолько эргономично, настолько круто сконструировано. Вот, вообще это, ну, я восхищен. Ну, кофейник, ну, не знаю, мечта поэта. Весь осадок там, видите. И кофе, чистейшее кофе. Мы наливаем, ребята. Вы ощущаете, да? Вот этот весь романтизм. Прелестно. Розенталь, господа, это вам не шутки. Причем старинный. Старинный Розенталь. Старинный. Студио Лай. Ой, каких чего здесь только нет. Боже мой. Ладно, всем пока. Берегите себя. Мира и здоровья вам, дамы и господа. До свидания.